Здравствуйте всем! Сегодня у нас 10 апреля 2022 года. Ну и вот мы сегодня, я снимаю из машины, день у нас такой солнечный, хороший, тепло, все вроде бы как бы у нас начинает теплеть. Обещают уже скоро, у нас 20 до 21-22 градусов. Я смотрела прогноз погоды, ну все, слава богу, спокойно, так солнечно. Ну и мы сегодня выехали, воскресенье сегодня у нас, день выборов, и муж пошел голосовать за выбирать своего президента. Вот стоим тут, на он меня оставил, вот тут у нас такое здание, вот пошел он голосовать, у них лицей Атлантик у нас в Люсоне, вот он там за забором, и он туда пошел у меня голосовать. В общем, такой торжественный у нас, торжественный день для французов. Вот сколько тут французов понаехало. Все, значит, идут голосовать, все такие довольные. Кто-то уже сбегал с утра, а мы решили идти где-то во время обеда. Почему? Потому что, как я уже говорила ранее, тут вот дом такой красивый, как я говорила ранее, для французов время обеда – такое священное время, когда все они идут на обед. Это с 12 до 2. Но, что интересно, сегодня, смотрю, машин много, людей много, то есть, видимо, они… Ну, многие решили, как и мы, что в обед будет меньше народа, и пошли, в общем-то, голосовать. Вот, такой симпатичный домик вот здесь, смотрю, тоже снимаю. Открыта здесь дверь, вон у них тут пальмочки растут, симпатичный. Я не выхожу, потому что, ну, чего, сижу в машине, жду его. Тут вот тоже здание какое-то старинное, что-то надо посмотреть, что это. А, бывшая гимназия, вот. Это здание бывшей гимназии. А вот тут за забором большой-большой, я его весь не могу снять, потому что, ну, вот так немножко. Это лицей Атлантик. Ну, тут поливалентный, то есть тут все какие-то такие специальности, видимо, поливалентные. Ну, я так понимаю, политехническое что-то такое, политехника по-русски. Я так понимаю. Вот уже машинка тут стоит. Вот. Ну вот, буду еще прикреплю потом другие видео. И сюда это как бы первое сегодня видео сделала. Вот, пришел у меня мой. Ну вот, другое сегодня, еще второе видео, потому что второй раз уехали отсюда и второй раз сюда же вернулись. Почему? Потому что он пришел, говорит, там народу, видимо, невидимо, хотя, как я уже говорила, мы хотели обмануться, думали, что в обед будет мало народу, но он говорит, там, видимо, невидимо, я, говорит, стоять не могу, стоять не трудно. В общем, мы сделали круг там, съездили на его, значит, как он называется, на его охотничий домик, там кое-что забрали, вернулись сюда, вот снова встали, и, в общем, я его опять жду, он ушел, значит, снова голосовать, не знаю, говорит, жди, сколько нужно будет. Что-то так жарко в машине, надо бы открыть, конечно, мне здесь окно. Вот, вздохнемся, жара такая стоит. В общем, что хотела сказать, ну, сейчас пройдем домой, у нас уже друзья наши проголосовали, уже нам написали там привет-привет, мы, значит, это все прошло хорошо, ну, в общем, вот так. Сейчас тоже придем, пойдем как бы, ну, отмечать, что ли, немножко как бы праздник такой себе устроим. Праздник. Вот. Вчера я показывала, ну, делала как бы обзор продуктов. И показывала эти кусочки мяса. Короче говоря, вечером я сделала из этих, из этих кусочков, одного из кусочка мяса, я сделала, как по-русски сказать, буженину, наверное, да, запекла. Ну, может, покажу, что у меня получилось. В общем, получилось супер вкусно. А мы так посмотрели, все это понюхали, я нарезала на кусочки. Ну, в общем, покажу, что у меня получилось. Ну, посчитали, оно получается гораздо дешевле сделать самим вот эту буженину, чем, может быть, я неправильно называю, чем, допустим, покупать вот эти колбасы всякие, вот эти вот всякие, в общем-то, ну, как это, шаркутири, колбасные изделия, вот так скажем. Еще вот интересно, смотрю сейчас на людей, кто-то в маске зашел туда, руки протирают. Дело в том, что у нас объявили по телевизору, что все, кто будет голосовать, они могут идти голосовать как больные, так и не больные, то есть этой болезнью, которые болеют. То есть без проблем, без всяких, как говорится, ну, ограничений. То есть люди могут из болезни и без болезни. Короче говоря, на мой взгляд, это что-то ужасное творится. То есть люди, которые будут больные, они тоже придут сюда и будут голосовать. Вот я смотрю, люди протирают руки, а все идут в масках. Жан-Люк тоже взял маску. В общем, короче говоря, то есть
На мой взгляд, это не совсем нормально, потому что сейчас все люди перезаражают друг друга. В общем, людей очень много, все вон прямо старенькие, молоденькие, все идут, голосуют. Вот. Ну, наши друзья французские, вот, которые нам уже написали, отписались, они утрочком сбегали. Ну, выбрали своего кандидата. Немножко другого, никакого хочет мой Жан-Люк, но... В принципе, Жан-Люк доволен, потому что, ну, вот он такой у меня, он у меня патриот своей страны. Это нормально, это нормально. Вот так вот. Ну, сейчас приду, может, стол сниму наш. А что еще сегодня, даже не знаю. Только погода чудесная. Мы сейчас ехали, смотрю, везде цветут, ну, видимо, яблони, потому что там сливы, видимо, цветут. Ну, в общем, красота такая стоит. Так все быстро оживает, природа оживает быстро. А вот, ну, дел вроде каких таких особых дома нет. Ну, вечером, может, какое-нибудь видео такое домашнее сделаю, может, что-нибудь расскажу, не знаю, что у нас произойдет нового, я расскажу. Вот, ну, эта часть моего видео заканчивается. Спасибо за внимание, там, может, что-то еще туда прицеплю к моему видео. Смотрю, нет, не Жан-Люк, кто-то другой идет. Ну вот наш, значит, обед, пришли, мы все проголосовали, все, в общем, довольные, прибежали, и открыли, Жан-Люк открыл вот эти, как это, улитки, нет, не улитки, не мидии, уитры, устрицы, открыл устрицы, вот, приготовили устрицы, будем сейчас кушать это масло для Жан-Люка, для него, как обычно, лимончик. С лимончиком будет есть, а у меня вот такая уксусная приправка, вот, из уксуса, с маленьким вот этим лучком. Для него вот маслице, и для него вот такой хлебушек, что он очень недовольный, говорит, надо же, я такой хлебушек не очень люблю, вот такой капризный он у меня. И сейчас покажу еще то, что я приготовила вчера, какое мясо сейчас я приготовлю, ой, покажу. Мое мясо, которое я вчера сделала. Вот, смотрите. Всем рекомендую. Вот такие кусочки мяса по цене вот этих вот. Получилась у меня вот такая буженина. Я ее, не знаю, хотела на разрезе показать, что у меня получилось. Ну, в общем, вот такая она у меня получилась. Сейчас я ее отправлю в холодильник. Вот такое мясо, мне кажется, неплохое. Вот, по пальцами своими руками. Ну что, хочется просто показать, как оно получилось на разрез. Ну вот так, что получилось по цене вот этих вот там 180 граммов ну, колбасных изделий по цене. Цена такая же, а у меня вот целый кусок вот такого мяска получился. То есть это получается и выгоднее, и натуральный. Можно, кстати, мне кажется, заморозить, ничего с ним не случится. Ну, как бы оставить так вот и время от времени брать по кусочку и... Там, ну, вот на двоих один кусочек вполне достаточно на вечер салата. Ну, ладно, на этом я заканчиваю сегодня это видео. Спасибо большое за внимание. И до следующего видео. Пока-пока. Всем приятного аппетита, если кто-то кушает.